Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала и коллеги. Хочу показать вам еще один из моих аквариумов. Вот такой сегодня спокойный вечер. Все отдыхают, никто никуда не торопится. Сначала общий вид в таком плане. Теперь будет крупный план. Здесь заросли бальбетиса и эритрозонуса. Кусты криптокарины, эхинодороса и роголесник. Вот это вот такое, такие джунгли, это бальбитис, так называемый компакт. Он высокий не растет, но очень ветвится, густится. Такие получаются кусты большие. Невысокие, но очень широкие. Понять ничего невозможно. Где листья, где корни. Все сразу. Вот здесь пещера иридохронусов. Такие стилизованные деревца, отдаленно напоминающие пальмы. Горка с пещеркой. Вот там кто-то там высовывается. Даже не один. Ну-ка, куда он там пошел? Общаться не надо. Раз, шмах туда. Так, что они там собираются делать? Такой вот пейзажик получился. Вроде бы не сложный, но приятный. Постоянная фильтрация. Фильтр задекорирован за растениями. Видеть его не обязательно. Вот еще работает компрессор. Идет воздух. Параллельно. Мало ли что может случиться с фильтром, а компрессор будет работать.
что-то тут они обсуждают между собой. Общение с жестами. Пошли по своим норкам. Какой интересный пейзаж. Есть избыток бальбитиса. Ну, только что-то не очень-то он кому нужен. Популярностью пользуется только эхинодорус. А мне его мало. Бальбитиса много. Он не требует никакого ухода совсем. А с эхинодорусами надо повозиться. Ну, кому-то приятно. Вот так.